в Дубай-Молле, кроме знаменитого гигантского аквариума, есть зоопарк. Он разделен на три зоны. Одна из них посвящена жителям подводного мира океана. В этих аквариумах представлены черепахи. Черепахи относятся к рептилиям. Эти животные появились около 200 миллионов лет тому назад и практически не изменились за это время. Удивительно, как с виду такое неуклюжее животное может так изящно передвигаться в воде. Все черепахи – прекрасные ныряльщики. Они могут находиться под водой несколько часов. Их любимым лакомством является медуза, и за ней они готовы нырять на сотни метров. Они долгожители. Средний возраст приближается где-то к 80 годам. Крокодилов здесь небольшая коллекция. А это у нас разновидность так называемых spider crab. Крабы-пауки. Ну прямо как рожицы у них нарисованы. Это еще не вся коллекция животного мира зоопарка Океанариума в Дубае. Продолжим знакомство с ней в следующем фильме. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий и подписаться на мой канал. До следующих встреч!